В Бакинском военном суде рассмотрено представление о продлении мер пресечения в отношении гражданина Армении Людвига Мкрчяна, пытавшего азербайджанских военнопленных во время Первой Карабахской войны. Решением суда срок ареста Мкрчяна продлен еще на 4 месяца. Людвиг Мкрчян признан виновным по статье 113 Уголовного кодекса Азербайджана «Причинение физической боли или психических страданий лицам, подвергшимся задержанию или иному ограничению свободы». В ходе Первой Карабахской войны Людвиг Мкрчян пытал с особой жестокостью находившихся в армянском плену азербайджанцев. По этим фактам в 2000 году в военной прокуратуре Азербайджана было возбуждено уголовное дело. 27 сентября 2020 года, когда началась Отечественная война, азербайджанская армия захватила в плен группу армянских военнослужащих. Среди них был и Людвиг Мкрчян. В ходе следствия Людвиг Мкрчян признался, что подвергал пыткам азербайджанцев, взятых в плен во время Первой Карабахской войны. Несколько азербайджанских военнослужащих, которые находились в армянском плену во время Первой Карабахской войны и вернулись из плена, узнали Мкрчяна во время очной ставки.